Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Милены Богдановой. Композиция называется «Испытание любовью». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Ты мое испытание любовью. Отпустить я тебя не могу. Мы как братья повязаны кровью. Что лелеет на белом снегу, мы как братья повязаны кровью. Что лелеет на белом снегу, мы как сестры пригреем друг друга, как подруги разделим тоску. Пусть над миром веснуется вьюга, устоим и на шаг мосту. Не гремит небеса злому грому, хоть куда, но мы вместе пойдем. Рука в руку, шаг в шаг и к парому, что вновь. Рука в руку, шаг в шаг и к парому, что носит другой водоем. Пусть планеты сбиваются с кругом, гаснут звезды созвездий систем, им на зло мы живем друг для друга. В этом мире нелепы дилемм, пусть планеты сбиваются с круга, гаснут звезды созвездий систем, мы живем друг для друга. В этом мире нелепы дилеммы. Ты лишь мой, я твоя, и, наверное, несчастливых людей на земле. Бесследно. Пять столетий назад в январе ты лишь мой, я твоя, и, наверное, несчастливый людей на земле, что исчезла бесследно. Пять столетий назад, в январе.
Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович. Музыкальная композиция «Экспромт. Испытание любовью». Стихи Милены Богдановой, музыка исполнения Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия».